результате первое место заняла дворовая команда «Спартак». Вторые и третьи места достались командам «Локомотив» и «МЖК». Лучшим игроком и вратарем турнира стали Максим Семенов и Степан Шкурко. Отборочные игры турнира проходили на универсальных спортивных площадках. В прошлом году по инициативе главы администрации Максима Косенкова их обустроили в городе по 6 адресам. Еще столько же появится в этом году.